И здравствуйте, это канал Максимадзу и... Короче, Андрей, не... Короче говоря, мы продолжаем этот летсплей, модный летсплей. И зима в самом разгаре у нас. И сегодня мы наконец-то запустим карьер. Я горю... А, нет, уже не горю. Так, сегодня наконец-то мы запустим дальше. Карьер. Наконец-то он закончен. И выпало еще много снега. И... Это было очень томительно его запускать. Короче, Андрей построил вот такой небольшой домик. Помещение. Такое. Но это временное пока помещение для воды, чтобы вода там была. Да. Немножко он немного доработал карьер за кадром, потому что он пока его на ходу сидел, изучал, чтобы всяких скучных кадров не было. Почему у меня дверь открыта входная? А вдруг туда кто-нибудь зайдет? Не тот. Да, случайно кто, вышло, как ты знаешь. Кто мне нужен? Не тот, кому разрешено входить. Блин, так выглядит прикольно зима, по сути-то. Ну да, особенно когда снег идет. Падает. Да. Так. Я тут... Мы пока тут подключались, я тут хвалился, гордился домом своим. И с нетерпением жду посмотреть дом Андрея, когда он будет достроен. Потому что внутри он... Как только карьер накопает булыжник, так сразу мы и продолжим. Потому что внутри он выглядит офигенно. Ты про чей? Про твой. Mm. Будет интересно посмотреть, каким он будет готовым выглядеть. Не поверишь, мне тоже интересно посмотреть на это. Пока он циклопы, без этого... не надо меня трогать, я вас не трогаю. О, что, циклопы, да? Ну. Предоставь мне. Да, пожалуйста, возле твоего дома прям ходят. Так, пока ты тут возишься с циклопами, я еще ели накопаю немного. На рублю, точнее, какой накопаю. Ель не копают, ель рубят, собирают. Это как картины не рисуют, а пишут, да? Да. Это как так, корабли не плывут, вот, а ходят. Плавает лапша в супе. А корабли ходят. Нам также говорили это про минералы, типа не камни, а минералы. Камни у тебя в почках, это минералы. Да. Так, еще немного накопаем ели. Ай-яй-яй, лоу хп. Че, циклопы бьются больно? Да. О-о-о. Да, мне их надо, их золотишко, чем было золото у меня. Так. Этого положил. Этого осталось приложить только за нехорошее поведение. Думаю, достаточно. Да. Очень даже сильно достаточно. С этого тоже нифига не выпало. Кроме осколка глаза циклопа. А, у меня броня почти поломана. Ой. Выйди. Ну хотя да, прикольно, если с циклопами дерешься, она что-нибудь-то поломана еще. Вдруг. Так, хотя... Как я хочу изначально здесь сделать? Блин, а лопат нет? А, нет, есть, все прекрасно, все, лопаты есть. Хом. Мини-карта показывает, что под твоим домом, я так понимаю... Есть ведьма.
погребе, скорее всего. В подвале, я бы сказал, точнее, не в погребе. Надо будет глянуть. Потому что ну, ведьма... Ну, хочешь загать ее? Думаю, надо бы, да. Вот этим и займись ты пока можешь. Слушай, нам надо будет еще ступеньки, в смысле лестницу такую из палок, которая... Сможешь накопать, пожалуйста? Каких ступенек? Ну, из палок, которые такие делаются. Лестницы, что ли? Да, лестницы. Ну так бы сразу и сказал. Как я и сказал, лестницы. Ты сказал ступеньки. Да, без разницы, как я сказал. Да. О, ты чё? Циклоп превратился, молодец. Я просто хотел проверить, начнёшь ли ты меня бить или нет. Так я же вижу, кто передо мной стоит, блин. Ладно. Так, ну значит это, пока сходи и скрафти, пожалуйста, лестницу мне. А чё тут плавится? А, камень. Побольше лестниц. У меня камень плавится, который я... Я понял, да. Буду использовать на строительство дома дальше. Знаешь, серию за серией мы строим дом. Сначала мы дом строим, потом мы строим карьер. Скоро в ад пойдем, наверное, да? Надеюсь, наверное. И в сумеречном лесу бы побывать тоже надо. Опа. Жилка угольная, так. Пол будет на этом уровне, плюс еще надо отступить. Ты там это, побыстрее только крафти, потому что да, уже да, начнешь да, вступать сейчас. В яме где-то. Да-да, конечно, я тут кое-какое важное дело еще делаю. Я просто в какой-то яме оказался, можно сказать. Это я уже заметил. Думаю, такого, таким размером хватит этого места нам. Так, лестница у нас как делается? Из палок, по-моему. Много ли нужно? Так, мне надо... Штук, сколько там, вот два раза сделай, она, по-моему, три штуки делается, шесть штук сделай, на всякий. Ну вот. Фиг с ним, я сейчас раскопаю здесь тогда до конца уголь. Фиг с ним, чтоб карьер можно было питать дальше. Блин, ё-моё, сколько здесь угля, а? Ёпрст, какую я жилу хорошую нашёл. Ты бы знал, сколько я угля здесь сейчас нашел, я тебе серьезно говорю. Прям нормально так я угля нашел здесь. Нифига себе ты копанул! Но прыгать я туда не стану, лови лестницу. Скидывай, сейчас вылезу из этой норы. Придется булыжник потратить. Все, прекрасненько, очень сильно спасибо, можно сказать. Так, окей, вот с этой стороны я планирую лестницу. Так, беда. А, да. Нет, хватает, вот он, две штуки. Три. Сколько их сделал, блин? Девять штук, что ли? Я еще три штуки, четыре штуки поставил на этот, на дом. А, ну ладно. На базу, точнее. На базу. Чтобы там... На базу. Чтобы там это самое, за деревьями лазать. Так, значит, сейчас я буду переносить этот... Буду переносить я транспортную трубу. Соответственно, лопата, зубы и вперед. Ну да. Так, слушай, можешь спуститься ко мне туда в яму и сказать, какая там глубина? Мне надо... Точнее, координаты какие там. А, координаты? Я думал, тебе в блоках надо. Хотя сам сейчас сделаю это.
Отлично. Так даже лучше будет. Так, это получается, что у нас здесь? Так, это вот так вот вода будет у меня, по-моему. Рест. Ну, здесь будет вот так вот вода находиться у меня. Блин, пойду кину еще камни в переплавку. Ой, блин, я случайно в монитор себе плюнул, но ничего страшного. Кошмар. Фу. Надо будет помочь. Хотя земля есть, все есть, в принципе. Так, давай лучше, наверное, сейчас я в домик забегу и посплю. Ой, на скалу чуть ли не упрыгал. А, Макс, это... Что? Там крипер стоит возле дома. Это я. А, это ты? Еще взорву тебя, блин! Если руку на меня еще раз поднимешь. Ого, нифига, печка как быстро плавит, все-таки камень. Уже стоп камня есть. Блин, а где кровати? Кровати верни, блин, нафиг. Сейчас. Негоже. О, молодец. Да уйди ты, превратись в нормального. Нормально, превратись, я не могу уснуть из-за тебя. Блин, так, а тут стоп, возле моего дома мозг, блядь. Так, вообще ой, ситуация не изменилась. Ай, блин, больно. Порядок, теперь идем спать. Да какие монстры возле моего дома, я понять не могу. Ну, а, блин, а возле моего вроде, дома, кстати, крипер. А, вот они. Блин, крипер возле моего дома. Настоящий, причем крипер, не я. А мне здесь коблин. Надо отвезти, надо убить его и от дома отвезти, а то он, а то так, придется делать, загасит, а то придется попой ремонт делать. Ко мне идет паук. А, и больно. Отведал силушки богатырской, отлично. Ай! 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 Пол хп осталось. Но не у меня. У меня осталось пол хп. Нафиг. А, вот он. Нельзя, чтобы он взорвался возле дома. Ай, как-то печально нас. Ой-ой-ой! Рванул где-то он. Ну, рванул, да. Слава богу, не дом не взорвал. Но наконец-то можно будет спокойно поспать. Ура, все, спим. Кстати, наверное, в домике изменений не заметил одно. Какое? Ты пол сделал? Пол. Деревянный стол. Очень спасибо, но я собирался этот дом скоро разбирать и делать на этом месте. Пока будет, пусть пол будет. Ладно, пока мне все равно один фиг не где жить пока. Кроме этого места. Это уж точно. Эх, представляешь, какая бедная, да? А у меня, кстати, переносная кровать была. Белая. А, слушай, сможешь это сделать, пожалуйста, эти стеклянные... Хотя, стоп, возьми у меня в этом... Две стеклянные панели надо будет мне. По-моему, у меня даже есть они. Сумеешь принести, пожалуйста? 23 штуки у меня аж есть. Две штуки надо, две. Да. Не больше, не меньше. Не больше и не меньше, да. Как прикажешь. Так, здесь у нас пока булыжник соберу. Я сделаю... Так, я вот что еще сделаю. Это же сколько в этой постройке булыжника? Чтобы нормально выглядело, вот так сделаю. А эту кровать мне в дороге. Я решил доработать, брать, чтобы она не мешала мне. Постройка такая бесхозная. Мы ждем, когда ты карьер наконец-то запустишь. О, зачем ты, а зачем ты снес этот домик? Так, я его переношу сюда, я его дорабатываю. А. Видишь, показывай мне. На стеклянной панели две. У меня еще есть, если надо. Будет. Рано есть пока. Так, погоди-ка для начала. Так. О, процесс. Прикольно, водичка в трубах течет.
А ты как хотел. Сюда наливается, прикольно. А лучше это вот сюда, вот в ямку воду сделай на дно. Что ты говоришь? Отсюда лица перестает. А, не так, вот сюда лица. Вот надо. Теперь там лица перестает. Или это... Нет. Опа, очень сильно спасибо. Так. Почти что. Надеюсь, что построено. В этой серии ты точно уже запустишь карьер. Ты не поверишь, но чем больше ты мне будешь помогать, тем быстрее его запущу. А что надо? Ну давай, что сделать надо? Надо. Так, что надо? Надо, чтобы ты воду сюда принес мне, пожалуйста. На дно вылил. Много воды надо. Ну, два ведра, чтобы бесконечный источник просто создать. Бесконечный источник, да без проблем. Так, камень кончился, хрен бы себе. Ведра, два. Вот отсюда вот воду вычерпывать бы лучше было. Хотя, стоп, земля есть. Чё, я просто землю засыплю здесь, подберу. Так, значит, сейчас... Так, все, красиво, красиво. Все, вот, красиво. Так, несу ведра. Ой, блин. Чё ты там ломаешь? Это эти трубы не нужны, что ли? Надо. А, они ой. Сейчас будут переноситься все. Блин, боже, вот сколько это... этих кристаллов? Сколько мусора появилось? А ты их в карьер туда сбрасывай, но так, он так, воду куда? А туда на дно, говорю, вылить, сделать бесконечный источник. Для бесконечного источника надо три блока, чтобы было. Вообще-то два. Друг напротив друга достаточно. Ну, по диагонали. По диагонали. Все, вот, спасибо. Молодец. Все, свободен, спасибо. Все, свободен. Звучит-то как... Блин, она только по одному жаль берется. Это ж сколько придется так работать, а? Кидай. Переставь их. Вот ты просто их переветывай. Просто туда. Ой, боже. Ты просто их туда перекидай в карьеры. Все, я сейчас буду пока решать вопрос с достроей этой всей фигни, чтобы запустить можно было уже. Сейчас буквально чуть-чуть остается, и мы запустимся. Чего? Так, что у нас остается-то? Так, трубы есть, все прекрасно, все. Земля есть, все прекрасно. Вот, все, пока перетаскиваю. А ты что, не можешь сразу через инвентарь нормально все сделать? Так они по одному берут столько. Я думал, типа, что ты там по несколько можешь взять за по один несколько, раз. По несколько не могу, они не, по что, одному. Типа, а они только по одному берут. Я имею в виду, что у тебя не одна ячейка свободная есть. У меня одна ячейка свободная всего. Как воду глядел. Ладно. Пока перетаскиваю, сейчас пока буду освещением здесь заниматься. В этой будке, так сказать. Чё, великолепно. Теперь берем стекло, стеклотару. Так, теперь. Я не понял, помпа, блядь, где? Опять ты сматерился, а? Помпа где? Класс, я не взял помпу. А нет, я взял помпу. Сорян. Я просто думал, что все. Как здесь, я потерял помпу. Ты чё материшься, друга? Ты чё, не выходит? Так, у нас... Главное, не забудь зацензурить это потом. Вот, из этой ямки забирай их сразу всё. Просто. Забавно, да, вот так вот на карьер этот ложится снег-то. А, он даже до конца не достроился, я тебе хочу сказать. Его сейчас еще скоро запускать надо будет. Да. Бумс. Ты чего упал-то?
Ну А я чё? с крыши так топал, Кончились я... тут? Надо было. Тут? Так. Так, вот так. Ага. Все, водичка есть. Это великолепно. Дрыгатель Водичка. стирлинга. Так, это. Вот это. А, так, вот так. Далее. Так. Далее. Блин, я просчитался. Красавчик, поздравляю. Ай, упал, блин. Да. Наконец-то последний. Все, слава богу, я от них избавился. Такое в Это кармане великолепно. носить страх, как противно. Почему противно? Потому что бесит. Что-то там где-то землю уже там достать успел. У меня в инвентаре была земля. А, блин, тут не еще, был скинул. блин, тут еще кусочки эти есть. Давай, забирай их еще. Так, сейчас я буду. Так, для начала. Угали. Так, вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так. Ёлки-палки. Так, ладно. Так. Подпрыгиваем. Блин, соосность совсем не та вышла. Ладно. Наконец-то. Все. Ни разу еще не все, погоди ты. Ну я имею в виду с этими осколками дурацкими все. Так, ладно, пусть вот так будет. По-моему, снег потихоньку тает. Тебе не кажется? Да, Что-то на по-моему, мини-карте тает как будто чуть-чуть. его меньше становится. Да тает, тает чуть-чуть, ты чё? Ну вот. Ой, не, наоборот, надо где-то вот так сделать. Что, красота. Блин, ненавижу, когда инвентарь место заканчивается. А кто это любит вообще? Ой. Оп, оп. Так. Так, окей. Ай. Так, мне сейчас надо будет помпу переносить опять. Надо, чтобы ты воду опять перенес, пожалуйста, немножко. Сейчас. Надо кое-что сделать для этого для начала. Так, сейчас воду перенесешь и все. Ай, камень кончился, блин. Обожаю. Так, надо что-то выбросить из инвентаря. Так выбрасывай. Сейчас у меня что-то. До хрена камня будет. О, камень оставь мне. Принеси лучше да. Базу туда поставить. Так, а тут земля должен, пошла. Должен. Так, ну у нас по чуть-чуть идет заправка карьера. Подготовка к работе. Подготовка к работе. Как классно звучит. Ну а что, если мы сейчас его в работу берем? Еще не запускаем. О, снег тает, это прекрасно. Действительно снег тает. Но было красиво, когда все в снегу было, на самом деле. Да. Так, красота. Раз. Два, три. Да ёлки-палки-то. Так, ну чтобы ты сейчас мне с водой помог. Так. Что-то мне тут в ВК пишут, я пока ответить не могу, извините. Так, опять О, земля. Всё, соосность поймана. Так, теперь, по-моему, только по прямой вниз останется сейчас.
Так, здесь говорит сейчас по прямой, да? Блин, так, ты где? Тут возле своего дома. Что, тебе воду принести там надо, да? Да, водичку бы не помешало. Сейчас, секунду, надо лишние вещи в сундук убрать. А, кстати, Окей, камень жду. можешь... Кстати, ты тут заходил, камень можешь взять у меня. Ну, попозже, я сейчас там немного это... Что-то много, что-то много зомби, по-моему, на карте. Да ладно. Да. А не говори вообще. Так, костяные муки сюда, это все сюда. А, ведра нужны же. Это. Палки. Это. Так. Поспать, может, сначала. Может, поспать сначала? Алло, ты где? Андрей пропал куда-то. Короче, ладно, я пока это... Андрей куда-то пропал, я, короче, пока это воды наберу. Раз, два. И что-то надо делать. Пока он там... Так, ну, первым делом надо убить крипера. Ох, сколько циклопов. Ты куда? Ты где пропадал-то? Да, я микрофон отключал. Надо было отойти. А, я, короче... Я предлагал тебе поспать там. А, ну ага. Сейчас я только добегу, если марафон. До дома. Я тебе воды дам, на. Ладно, давай. Чё, бежим до дома. Бежим. Ой, кобальт. Ой, коблин. Кобальт. Коблин. Кобальт, это в сумеречном лесу кобальт. Так, бегу скорее туда, в спальню. Я уже сплю. Я тоже. Надо угля Красота. Взять и это... И факелов еще сделать. Заканчивать факела. Пока камень мне не нужен. Так, золото. Где у меня золото складывается? У меня что, золото всего два штуки? Что, серьезно? Капец. Дожили. Так, я давным-давно пожарил крольчатину и забыл про нее. Каков я молодец, блин. Это не говори. А теперь делаем факела. Так. Много факелов сейчас будет. О, больше стака, короче, факелов. Отлично. Куда у тебя факела заканчиваются так быстро? Ну вот так вот. Ой, действительно, зима заканчивается, весна наступает. Появился еще один крипер. Блин, я же знал, что мне камень нужен. Можешь принести мне, пожалуйста, камни сюда? Сейчас бегу возле тебя. Тут циклоп рядом. Мне буквально надо штуки 4 камня. Всего 4? У меня этот... Сколько давай? Давай 128 сколько штук. Да, короче, на, держи целый стак. Блин, я камень просил, а не булыжник. А, блин. Чё, вернуть тебе твой булыжник? Ну давай, чё поделать. Мне камень нужен. Тогда это... Тогда это из печки достану. Давай. Из твоей. Здесь просто... Да, здесь пойдет. Потому что у меня так, угля пока есть? Нету. Так. А я вот здесь собираюсь прокапывать сейчас. Хотя нет, как я сейчас сделать? Оп. Во, красота. Так, ты где? Внизу, что ли?
Да, внизу. Очень спасибо за камень. Ой, не так. Это не домик надо назвать, это станция, блин. Ну это станция, ладно. Опа, тут остался один кусочек от этой воды, куда делись остальные? А это тот у меня в инвентаре валялся, кажется. А те просто исчезли бесследно? А те вообще-то не исчезли, их карьер сам спалил, или как это сказать, правильно. Так, это получается вот по этой высоте, значит, увидим, да? Значит, здесь землей начинаем присыпать. Во, великолепно. Получается красиво. Красота. Ой. Блин, автопрыжок надо использовать как-то почаще. Так, возможно. Камень. А нет, пусть тут будет. Оп, 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 великолепно. Великолепно, да. Так, надо сюда сундуков будет сейчас попроносить. Еще один железный. Так, железный, да? Слушай, можешь сделать две цистерны, надо очень. Две цистерны, так. Цис. Они из стекла крафтятся. А, точно, вспомнил, что это такое. Я что-то просто забыл, что за цистерны, блин. А, вот, стекло. Две штуки надо, да? Да, сколько? Две цистерны надо. Так. Отлично. Стекло на место убираем. Так, пусть пока карьер простраивается. Ладно, мне пока остановим его. Ладно, пусть строится. Так. У тебя... Ладно, сейчас я пробегусь быстренько. Ну, лови цистерны. Сейчас это... Подожди, стой там. Стой там. Да, ёп. Ну ладно, подожди. Беру цистерны, пока они не исчезли бесследно. Ведра. О, нашел ведра. Великолепно. Ведра воды сюда. Сейчас он получит. А, это не паук, это деревяшка, которую я поставил. Так, сейчас будем. А, темного дуба. Ты меня скинул, нет их? Я тебе там в домике скинул. Ага. Хотя можно здесь попробовать. Хотя нет, здесь места нет. Так, вот так. Ага, все, великолепно сейчас. Так, и вот так. Летсплей, конечно, у нас нормально так получается. Летсплееры мы с тобой офигенные, да. Я сейчас не понял, кто карьер запустил. Я не трогал карьер. А стоп, какого шиша он начал сам работать? Объясни мне. Не знаю. Он ресурсы начал копать. Сейчас проверим. Отключайся. Все, он отключился. Все, он отключился. А, уже отключил. Не знаю, я вообще не трогал карьер. Более того, я даже не знаю, как его включать. Точно, я ж его на простройку ж оставлял. Блин, боже. Напугался сам же. Да. Так, факел нужен срочно. Так. Вот так. Стоп, рано лестницы надо еще взять.
сделать. Лестницы мне надо. Ходишь за нефтью, пожалуйста. Я тебе ведер дам сейчас. Там нефть, кстати, закончится скоро, ну сейчас. Где нефть кончится? В том источнике. В каком? А, ну, отлично. Ну как, в каком, в котором я брал нефть? Ты где? Я внизу. Заправляю цистерну нефтью. Тут на мини-карте черный, этот, темный зомби и скелет. Что-то не могу понять. Это визор-скелет? Или обычный скелет? Вряд Хотя, господи, визор-скелет только в аду же появляется. Давай. Так, ведра. На 13 ведер? 13. И... Погоди, еще в доме есть где-то ведра. Погоди. А что, надо еще больше? Да, пока эти сходи принеси. Начнем с малого. Ну, окей. Чтобы было куда заправлять. А я пока займусь переплавкой камня. Да блин, а? Ближе надо. Ой, блин, а... я угодил прям в нефть. Зачем я в нее прыгал? А, все, я... Липкое окунание. Липкое окунание, блин. Гениально ты придумал. Сочетание. Так это вообще-то ачивка есть такая. А, да? Не знал. За то, что ты типа в нефти вляпался. Так, а чего мне выпало? А, у меня же в инвентаре место закончилось. Ой, блин. Ладно, землю сходи, долой. Сходи, опустоши лучший инвентарь пока что. Это долой. Это тем более долой. Блин, так, гранита надо побольше бы как-то. Сейчас гранита будет капец сколько. Ой, опять место закончилось. Дожди, это тем более... Так, с андезитом чуть попроще как-то у нас дела обстоят. Так, ладно. Ладно, обойдусь так. Без курицы. Я еще кучу таких же наберу. Так, ладно, пока что. Так, в принципе, так, пока я, надо так, было, я забыл. Так, ТП-шкусь домой, пока я не утонул здесь. Так, точно, мне надо было взять камня. Больше. Чё это? Куда тебе не ведра? А ведра, погоди, в инвентарь мне сбрасывай так мне. Видишь, какая ответственная и сложная работа сделать карьер, блин. А ты думал, что будет все так легко? Ну а вдруг? А каким образом у тебя золотые трубы оказались жидкостные? Где? Да ладно. А ладно, это возможно у меня в инвентаре просто было, я подумал, что ты еще сбросил их. Так, надеюсь, в этой серии мы все-таки его запустим. Хотя, по сути, я его уже могу запускать, уже. Смотри. Ну что, вставай напротив того рычага, если будем одновременно включать его. Наверное. Макс? Че? Шустрей сюда. Греби сюда ластами. Да, сейчас. Хотя ласт у меня нет никаких. Без разницы. Греби быстрей. Да вот все, уже я здесь. Рычаг сейчас будем нажимать. Ты тот нажимай с той, да, стороны. Давай. Раз, два, три. Все. Работа пошла, он запустился. Наконец-то. Запуск карьеры успешно. Завершен. Совершен. Тем временем я продолжу заполнять... Терну для топлива у нас. А, блин, стой, Макс, беда. Отрубай его быстро. Отрубай, я забыл. Ой. Отрубай. Оба. Двигателя надо отрубить. Так, все, великолепно. Одна цистерна готова. Блин, как же... О, надо было заранее как-то подумать об этом. Ага, наверное. Так. Надо же сундук еще один создать, ё-моё. Да ёшкин кот, какой обычный? Пошли поспим. Нет, необычный. Пошли сначала поспим. Ой, маленький зомби. Оба. Маленький, он за тобой бежит, слышишь? Он же сейчас тебе дверь сломает. Я сейчас убью их. Ай! Маленький зомби, ты же вообще опасный. Опасная штучка. Ай! Ай! Маленький зомби! Детишкам спать надо, а не гулять по ночи.
Слишком ответственный, Макс. Да. Есть у меня, кстати, один сундук железный лишний. Вот он и нужен мне. Как раз таки. Так, тем временем я создавать сейчас буду каменные кирпичи. Надо создать. Правда, я хотел кирпичи. Из него сделать золотой сундук. Я сплю уже, если что. Давай, где ты? Сейчас, погоди, создам кирпичи. Все, сплю тоже. Окей. Ну что ж, продолжать, наверное, будем в следующей серии. На сегодня все. С вас лайк, подписывайтесь на сопичные видосы, подписывайтесь на стримовский канал, блоговый канал, вступайте в ВКонтакте и всем пока. Пока.